не особо-то и проснулась утро, но пришла посылка. Вот сейчас вам покажу, кошка с Сашкой. Короче, пришел подарок для мамы. Она очень его хотела, мы кое-как его нашли. Вот сейчас Сашка за ним ходила. Сейчас. Сашка пришла, вот, смотрите, Багира все гасни. И я с тобой, да, дочь? И я с тобой. Я буду распаковывать, покажи, что мы выкупили. Нашли книгу. Доча, это ты, я знаю. Девочки, это моя любимая книга. Это очень хорошая книга. Это очень хорошая книга. Дайте я вас расцелую, девчонки мои. Девочки, смотрите, чтобы держать блонд и волосы не становились желтыми, сейчас вы увидите, я прям привас сделаю раз, просили разбор цвета. Это салонный спрей, называется El Bravo спрей. Сделала его профессиональный стилист. В общем, смотрите, все очень просто. Прям берете мокрые волосы, спрей нужно распылять. Когда уже помыли, вот они мокрые. И смотрите, если вы хотите более белый прям оттенок, то делайте ближе к корням. Как я хочу немножко. Поэтому я делаю на расстоянии вытянутой руки. Создательница спрея, вот Эльмира Латыпова, она, конечно, как профессионал, как никто, знает, что нужно волосам. Чтобы они были ухоженные, напитанные, чтобы здоровые выглядели. То есть, ну, прям, поверьте, она подошла с умом, и он еще так вкусно пахнет. Мне очень нравится, знаете, то есть у тебя, когда ты от каждой части тела, у тебя пахнет очень вкусно. И делает волосы мягкими за счет пантенола и очень много разных входящих у нее в состав секретных штучек, что волосы, ну, как после салонного ухода. Давайте мы сейчас их посушим, вы посмотрите. Девочки, спрей удобно наносить, у него достаточно жидкая консистенция. Спрей El Bravo нейтрализует желтизну. Когда я пользовалась другими брендами фиолетовых масок и шампуней, они очень сильно пересушивали и забивали волосы. И цвет получается темным и грязным. Фишка спрея El Bravo в том, что он не смываемый и совсем не сушит, а наоборот увлажняет волосы. Посмотрите, какой богатый, роскошный цвет получился. Ну, я такой получала только после салона красоты. Посмотрите, какие они мягкие, напитанные. Ну, классно, правда? Ну, вот и все. Салонный уход теперь прямо дома. Просто фантастика. Я очень довольна. Я вам рекомендую, потому что я пожалела, что я его с собой не забрала в поездку. Но он большой, у меня не было багажа. Вот. Эльмира, кстати, сделайте, пожалуйста, travel формат. Вот очень крутая штука. Еще и пахнет вкусно. И мне не придется духи для волос таскать еще помимо. Так, девчонки, так сегодняшний был уход посвящен всем блондинкам, кто любит чистый цвет. Вот. У меня есть возможность, чтобы оно выгорало на солнце. Но благодаря, кстати, спрею у тебя постоянно ровный цвет, хороший цвет. Он нивелирует желтизну, и получается, что ты такая постоянно, как будто только что салон с укладки. Разве нет? Смотрите. Здравствуйте. Музычка у нас какая. Девочки, я получила прям очень много вопросов касательно моего ремонта, предметов интерьера. Давайте так, пишите сюда все свои вопросы, мне просто так будет проще потом отвечать, потому что мне даже страшно заходить в директ, там очень много сообщений. Ну, мы, как всегда, на робот-такси, у Коли есть такая возможность. Знаете, куда поехали? Thank you.
Дашка пришла, вон, смотрите, Багира все гаснет. И я с тобой, да, дочь? И я с тобой. Я буду упаковывать, как мы выкупили, нашли книгу. Забыл, что это. Красота просто. Посмотрите. Та-дам! Это косметика для волос. Посмотрите, какая красота просто. Ну что, будем пробовать? Наша поездка в Калининград была незабываемой. Мы приехали в этот прекрасный город вместе с Надей и Егором, чтобы провести выходные у Оксаны, нашей подруги. Первым местом, которое мы посетили, был остров Канта. Дочь, ты куда? Смотрите, какая модная. Саш, ну покажись! Я тоже модная. Все, мы идем. Я, смотрите, надела кофту. Потому что я вчера сгорела. И моя жопа тоже сгорела, но у меня не было длиннее. Это Саша. Саша. Идем загорать. Саша, где твои очки от солнца? От солнца там. А, не будешь их брать? Нет. Сам, покажи сейчас. Покажи. В общем, основные вопросы, я так поняла, всем понравилась моя шторка в ванной. Это прям моя личная находка. Фен, девчонки, фен, не знаю, фен подарили. А что касательно шторки, я увидела в одном паблике по интерьеру и думаю, блин, где мне найти эту шторку? Я ее нашла, но эта шторка стоила 8 тысяч. Думаю, за шторку в ванную 8 тысяч? Но я даже была в какой-то момент готова, но... Мой дух, такой хантерский дух поисковика, не отпускал меня, и я нашла, знаете, где? Что, дать ссылку? Так, теперь, друзья мои, что касательно, общается ли Саша с папой? Да, общается. Саша, ты общаешься? Общайся с папой. Общаюсь. Общайся с папой. Мы все общаемся с папой. Там очень вопросов много однотипных. Еще хотела сказать, ну неужели вам реально всем интересно только? Сколько у меня недвижимости, есть ли у меня машина, нет ли машины, если есть, то какая, сплю я с кем-то, не сплю я с кем-то, если сплю, то с кем и сколько раз, и где эти люди, их много ли он один. Ребят, ну мне кажется, что моя аудитория намного глубже. Ну все, друзья, понимаете, да, мой внешний вид, я сгорела, поэтому только это сейчас намажу, немножко что-то загорали. А все остальное не будет. Продолжаем читать. Не могу оторваться, прям очень классно. И с собой у меня теплая вода. Сколько градусов? 36. Мам себе. Ох, ты хорошо выглядишь. Хорошо выглядит. Сашка сейчас идет на тренировку, у нее Ninja Kids, а я тоже пойду на тренировку, тем более, что у меня новый костюмчик. Друзья,
Друзья, пока я здесь на спорте, у меня прилетела офигенная новость. Горящий тур от Rose Springs с 25 мая активно только до 5 июня. Слушайте внимательно. Во-первых, полный пансион на двоих человек, номер стандарт, трехразовое питание, 8000 рублей. На все остальные услуги 60% скидка. Вот, читайте, что вам предлагается. When they stole my gold medal and sold Korea, let's look back at my whole career. Cause y'all must have forgot. The best pound for pound is mine. Hit Percy Harris with four hooks at one time. Y'all must have forgot. When I beat Bernard Hopkins and won the IBF, the right was hurt. Them with the left. Y'all must have forgot. You remember the left hook that James Tony got? Sucker move I stole from a Gamecock. Y'all must have forgot. Will it be another Roy Jones? Probably not. Stop Virgil Hill with a body shot. Спасибо. Благодарю. Молодец, Скарлетт. Пока. Мужчины, хотите, я расскажу вам, как же сделать женщину счастливой. Всем привет, с вами Элина Камерен, и это записки охотницы. Так вот, недавно мне попался один очень интересный блогер. Я, кстати, оставлю ссылку внизу. Смотрите, что готовим. Горячие бутерброды. Ой. Замочила белые грибы. Сегодня будем делать. Это из Сибири, из Тюмени. И это моя тетя собирала, а бабушка моя чистила. Девочки, обязательно тарелки, которые я привезла с Капри. Правильно? Ну что, готово. Девочки, завтрак готов! Какое-то настроение? Не очень. Еще палец прижала и телефон разбила. Я сейчас пока на тренировке. Но сейчас я лягу, и у меня будет возможность поотвечать на ваши вопросы. Так что пишите их сюда, поболтаем немножко. Сейчас для разогрева сначала на эллипсе похожу. Такая модная, мне так нравятся мои штаны. Футболка, понятно? Штаны называются какой резинкой. Все так все утягивает и еще попу приподнимают. Я вам потом покажу. Кто помнит, что я смотрю, когда занимаюсь на эллипсе или на дорожке? Грибочки готовы. Сейчас будем готовить. Угадайте, что? Два блюда. Друзья, посмотрите, какая красота получилась. А жульен завтра.